всего на два угла. После этого здесь провели биссектрису. И здесь провели биссектрису. Задача – найти угол между этими самыми биссектрисами. Взяли прямой угол и произвольным образом разделили его на два угла. Да что? 45. 45 – ответ правильный. Доказать можете? Да. Прошу. Какие бы ни были эти углы, все равно здесь мы половину угла, здесь мы половину угла. Значит, это вот половина всего вот этого угла. А раз всего 90 градусов, а половина 90 – 45. История произошла в поезде между Лиссабоном и Авейкой на летней школе в позапрошлом году. Представьте себе самый обычный поезд. Там ехать чуть больше, чем 2 часа, не так долго, так что места сидячие, никаких там кроватей. Вот. И представьте себе, в этом самом поезде стол, так здесь вот лавка для сидения, там лавка, здесь стол. И мы вскоре зашли, сели и вдруг обнаружили, что как-то вот нам хотелось бы, чтобы этот стол не был таким большим. И обнаружилось, что это можно. На шарнире можно откинуть как бы свою четверть. И тут то же самое, на шарнире можно откинуть свою четверть. Идею поняли? Да. Замечательно. И в результате, когда мы сидели, то мы могли на этом самом столе, вот он, стол, то мы могли либо пользоваться целиком, всей шириной, либо же вот по этой линии переложить, либо вот по этой линии переложить. И тогда, если не там так переложить, то он становится в два раза лучше. Вот. Вполне такая понятная и естественная идея. Здесь то же самое. Если я возьму и вот этот вот уголочек сюда переложу, и если я возьму вот этот уголочек сюда переложу, то у меня получится этот угол два слоя покрытый. Понятно, идея? Значит, давайте формулу напишу. Вот если вот этот угол альфа, вот этот вот бета, вот этот вот бета, то у меня следующее соотношение. 2 альфа плюс 2 бета – это 90 градусов. А значит, альфа плюс